За шляпку бери его рукой, да. Нет, ну признай. Вот он такой малюсик. Если приглядеться, тут тропа целая, прям беготня какая-то. А еще если лучше приглядеться, тут вот такой вот стоит. Вот такой вот. Красавчик. И даже вот мы сейчас его срезаем и не прерывая, переводим вот сюда камеру. Вот они какие тут. Два. Боюсь даже к такому подходить, что он из себя представляет. По-любому, он реальный. Все, это уже природное достояние. Вот такой стоит красавец. Достаем свой финкорежек. И срезаем его. Вот самый корешок из жадности. Посмотрим, что это такое у нас тут стоит. Красавчик. Так вот пробираешься сквозь кусты и такой опа. Опа. Красавец. Его берешь так. Срезаешь и проверяешь. Пойдет. В двух шагах. Пробирайся только через кусты, а тут вот такие вот стоят, поменьше. Отрезаешь, так березы. Смотри, здесь еще один стоит, его нахуй срезаешь. Все. Буквально шаг делаешь. Вот еще один такой малюсенький. Оп, его так отрезаешь. Под березой ложишь в общую корзину. Приглядывайся, тут рядышком еще вот он стоит. Оп, его срезаешь. Вот такие вот волненькие срезаем. И обращаем внимание, вот на такой вот под березовичек. Отляпываем его от травы и видим, куда он спрятался. Такая вот такая. Взрослые, но хорошие, не червивые. Это совсем старая. Оставим ее. Вроде вон там, вон он стоит. Пока резал, увидел. Вот он стоит. Волнушки тут. Вот его. Волнушки под березой. Волнушки раз. Волнушки два. Под березой. Видишь, какая? Нет, смотри, это подосиновый. Зашел в свой проверенный лесочек, где много лет собираю уже. Эх, какие вот красавчики. Сейчас даже камеру отключать не буду. Вот он стоит. Два дня назад здесь был, насобирал тоже. Вот так. Пособирал на хорошую грибницу.
Вон он стоит еще. Вон он прямо стоит. Жалко. Малюсенько совсем. Ну, слишком опасно здесь оставлять его. Здесь слишком открытое место. В этом году мой лесок начал дарить мне здесь белые грибы. Раньше никогда их здесь не было.